Всем привет. Так, хочу сразу извиниться. Там мне замечание дали, что я не говорю, где, в каких лесах хожу. Это, ребята, север Урала, Пермский край. Сегодня у нас 5 июля. Значит, я хочу снова прогуляться. Снова я в лесу выехал. Пока у меня отпуск есть, да? Ну и посмотрим, что в наших лесах на 5 июля есть. Все равно что-то найду, да? Вчера у нас целый день поливало, сутки. Даже не сутки, двое суток поливало. Два дня, в общем, я не был в лесу. Пойдем, посмотрим. Ходим, гуляем, смотрим. Какая тут сосна упала. В прошлом году здесь сосны не было. Заваливать все. Вот так вот. Не знаю, что за птичка кричит. Слышите? Не вижу ее. Красивый тут такой вот бор сосновый. Обычно здесь растут белые грибы, так называемые боровики. Пробежался уже метров 500, наверное. Не видать грибов. Рано, что ли, еще. Также здесь растут маховики. По-нашему Иванушке. Тоже не видать. Видимо, в наших краях, на Урале, на севере еще рановато.
потому как сегодня было утром только плюс 7. Хотя днем жара, дожди, уже сколько поливают, и ничего не видать. Хоть бы один вылез, было бы красиво. Пока не вижу. Свежий воздух, лепота, красота. Сами видите, шикардос. Ух, красиво на лисички наткнулся. Смотрите, лепота. Вот как много их. Сейчас мы здесь их посрезаем. Целая поляна. Там он тоже. Пока лисички вот такими полянками попадаются. Это уже другая поляночка. Набираем пока лисички. Мелкие не беру. Там по закону нельзя мелкие брать. Беру только крупные. Вот грибов много попадается, но ребята, они все червивые. Даже снимать неохота такие показывать. Все червивые. Вот два походу подосиновика. Смотрите, вот раз такой красивый, красно-бурый такой, да? Вот два. Сейчас посмотрим, они червивые, нет. Нет, к моей радости они не червивые. Нормальные, зачетные красноголовики вот такие. Подосиновики. Это один. Этот вообще зачетный. Вот таких бы ведерко набрать, было бы окей. Вот идите в лес, люди. Неважно, грибы есть, нету. Чисто погулять, свежим воздухом подышать, кислородом чистым. Опять же, для защиты своего здоровья. Где нет коронавируса. Где лес насыщен кислородом и полным объемом легких. Ходишь, дышишь. Вентиляция хорошая, для здоровья окей. Опять же, пешочком, когда ходишь, это вообще прекрасно для здоровья. Поэтому не важно, есть грибы, нет грибов. Главное гулять побольше в таких местах, где кислороду больше. Это мое мнение, так что на меня сильно-то внимания не обращайте. Каждому свое. Я сугубо свое мнение высказал. Может, я и не прав. Вот эту травку сушат и пьют.
Забыл ведь, как она называется. Собирает ее. Как называется, забыл. В общем, сегодня в лесу в другом. И набираю сегодня я краснобурых вот таких подосиновиков. Хорошие попадаются. Вот еще один. Набрал уже где-то примерно пол ведра. Тоже хорошенький. Выхожу я из лесу. Сегодня же я уехал 8 часов утра. Время уже 11. Комаров море. Жарко становится. Ну что могу сказать? Белых грибов нет. Маховиков, то бишь иванушек, нет. Маслята попадается мало. Все червивые. Очень много попадается лисичек. Лисички мелкие. Ну, день-два только как пошли. Мелкие лисички. Так, краснобурые красноголовики. То есть подосиновики пошли очень много. Такие хорошие, ядреные. Брать можно. Дальше. Что дальше? Обабки. Обабки есть, но они червивые. Ну, подберезовики. Ну, как-то сегодня все. Значит, набрал пакет полный майка. Да, некрасиво по отношению к грибам брать в пакет майка. Я понимаю, но у меня корзинки нету. Все хочу приобрести, никак не получается. Пол пакета получается майки лисичек и пол пакета майки краснобурых красноголовиков. То есть подосиновиков. Ну все. Сейчас выхожу и еду домой. На сегодня, на 5 июля, грибы есть, но надо ходить. Все, всем привет и всем пока.